Приветствую вас. Я думаю, что вы ставите вопрос некорректно, мягко говоря, потому что с этим не нужно бороться, нужно исследовать, нужно смотреть. Как так вот получилось, что, ну, что муж ведет себя подобным образом, вот, с вами. Ведь отношения ваши с мужем, они развивались по некой схеме, я бы сказал, и, соответственно, эту схему нужно выявить, эту схему нужно раскрыть. Вот. А не так, что с чем-то бороться сразу. Наверное, это было бы неправильно. Как, в общем-то, вам и сказал мой коллега, что вы пытаетесь, ну, вероятно, бороться со всеми. Вариант это далеко не лучше. Вот. Да, вас принижают, и с вашим мнением не считается, это правда. Но, на мой взгляд, вопрос немножко в другом. А почему? То есть, вот, как так? Как так получается, что с вами не считаться? Ведь вы же каким-то образом к этому пришли, я полагаю. И у этого должны быть свои причины. На мой взгляд. Разобраться с ними, с, ну, причинами, можно и нужно. Поисследовать это можно и нужно, опять же. Но только если вы этого хотите. Только если у вас есть такое желание.
Только если у вас есть желание поисследовать, ну, себя. Вот. Ну, вот так, в принципе, я думаю. Ну, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть, не знаю вашей истории. Вот. Сложно сказать, в чем заключаются ваши, ну, трудности, например. Вот. Такая вот история. Но совершенно очевидно, что что-то в восприятии себя у вас не так, что-то с восприятием себя. У вас не так. С этим нужно разбираться. И когда разберемся, вы сможете грамотно скорректировать свою позицию и поведение как по отношению к мужу, так и по отношению к детям. Но начать нужно в любом случае самой себя. Вот так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация для вас будет разрешена.